Допитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Добрий день! Ви смотрите програму «Веселые уроки». І сьогодні ми будемо з вами танцювати. Танцуйте вместе с нами. И помните, если у вас что-то не получилось, вы можете посмотреть программу еще раз на сайте телеканала rivne1.tv. Выучим наши движения под счет. Итак, первое движение. Поднимаемся на полупальчики и опускаемся по очереди ту правую, ту левую ножку на подушке. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Добавляем ручки. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, закончили. Теперь второе движение. Шагаем на месте, высоко поднимая коленки. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тянем носочки. Три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Встали, пяточки собрали вместе, носочки развернули. Показываем вперед носочек, пяточка, носочек, закрыли ножку. Ручки на талии. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всем закончили. А теперь сделаем это же самое движение, ножка в сторону. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Пяточку разворачиваем в пол. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Прыжочком разводим ноги в сторону и собираем прыжочком обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Коленочки разворачиваем в сторону. Пять, шесть. А теперь быстрее. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее движение. Прыжки вверх с разведением ножек в сторону. Прыжочек развести. Приготовились. И раз, развели. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре.
мере стараетесь ножки разводить шире. Закончили. Следующее упражнение. Прыгаем вверх и заканчиваем прыжочек, присевший и наклонившись в сторону. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Показываем вперед по очереди правую и левую ножку. На другой ножке садимся в плие. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. А следующее движение мы выучим по частям, потому что оно достаточно сложное. Первое движение. Выучим обычный бег, ножки достают до попочки. Приготовились. На раз, правая ножка наверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. А теперь повернемся боком и попробуем сделать это движение боком. Просто один бег. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, закончили. И добавим к этому движению прыжочки вверх с разворотом. Готовы. Правое, левое, собрали, поворот. И раз, два, собрали, поворот. Правое, левое, собрали, поворот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подняли ручки наверх и поработаем кисточками. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И продолжим движение. Наклончики вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Старайтесь наклониться пониже и достать ладошками до пола. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Ну и последнее, любимое движение наших деток. Приготовились, подсчет. И раз. Мы выучили с вами движения, а теперь пора станцевать их под музыку. А на сегодня все.
И если вам понравилось, танцуйте сами, дома и почаще. Пока! Допитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас!